Знаете, где стоит собор Святого Петра в Ватикане? На костях первых христиан, на месте бывшего цирка Нерона, где в качестве зрелища для народа и императора мучительной смертью, растерзанные дикими животными, умирали настоящие последователи Христа. И сейчас под главным алтарем собора, который, кстати, обращен на запад, а не на восток, находится могила самого Петра. Вдумайтесь, труп под алтарем. Вы знали, что до сегодняшнего дня существует закрепленное каноническое правило, необходимое к исполнению, которым запрещается строить церковь без полагания мощей. Обязательно в фундамент будущего храма на месте под алтарем закладываются так называемые мощи. И если кто осмелится нарушить это правило, тот будет отлучен от церкви. Это правило было введено на Вселенском соборе, то есть общим решением всех существующих церквей. Только об этом особо не распространяются.